изменение полностью психики зрителя. В сочетании с такой танцевальной харизмой это порождает поистине взрывной эффект. Дарья награждается в номинации «Самая эпатажная и харизматичная» — наши аплодисменты! Получает Оскара! Браво! А также цветочки. Шоколадный портрет Дарьи, обратите внимание. Вот это да. Дашь попробовать? Супер. Дарья, у меня к тебе на самом деле пару вопросов. Вот. Откуда, скажем так, вот такая вот потрясающая, даже бурная фантазия при постановке номеров? Может, это как-то связано с твоим богатым жизненным опытом? Да, безусловно, у меня было очень много опыта педагогов. Я отобрала мне все самое лучшее. Большое спасибо. Это была Дарья Сергеева, отбирающая у людей все только самое лучшее, особенно у педагогов. Ну что ж. Но мы ни в коем случае не дадим вам возможности расслабиться, потому что следующим номинантом является Короткова Ольга, которую вы уже видели на этой сцене. Наш любимый экспериментатор. И сейчас вы увидите очередную композицию этого хореографа. Встречайте. Оля Короткова на сцене! Reach out and touch faith. Faith, faith, faith.
является главной целью в жизни. Это объясняет впечатляющее количество ее рабочих часов в школе. Танцы «Ритмикс», практически ставший ее вторым домом. Оля Короткова награждается «Оскаром» в номинации «Самый креативный трудоголик». Ваши аплодисменты! «Оскар» студию! Yes! Олечка, скажи, пожалуйста, а хватает ли у тебя времени на жизнь во всех ее остальных проявлениях? Особенно на личную. Ну, как бы все знаем, что на дело время, а по тихий час. Вот так. То есть хватает? Ну, час. А час, всего час. Ну что ж, будем ориентироваться на Ольгу и добиваться таких же результатов. Большое спасибо, Ольга Городкова! Ну что ж, дорогие друзья, вот и наступил долгожданный момент вручения номинации человеку, с которого мы начали нашу церемонию, выступлением которого мы заканчиваем нашу церемонию награждения. Без человека, который клубная жизнь Москвы вообще показалась тусклой и без ее девочек. Алена Косицкая и группа Go! Go! Let's go! Я попрошу всех преподавателей подойти за сцену. Браво, потрясающе! Алена Косицкая!
группа. Что так тихо? Поддерживаем! Это была заключительная композиция нашей церемонии награждения. Алена Косицкая – одна из самых преданных и давних друзей нашей школы. Знаете, 12 лет назад мы с Аленой вместе начали нашу танцевальную деятельность общую в танцевальной именно индустрии, и по сей день мы вместе работаем. Это переросло в такую вот грандиозную деятельность творческую в школе танца Ritmix. Я очень благодарна Алене за ее преданность и верность. Спасибо, Аленочка, я очень люблю тебя. Именно поэтому Алена награждается Оскаром в номинации «Самый обожаемый и преданный преподаватель!» Оскара на сцену! Алена, вам есть что сказать? Спасибо. Спасибо тебе! Спасибо вам, дорогие друзья! Ну что ж, а мы бы хотели пригласить всех наших сегодняшних преподавателей на эту замечательную сцену. Ольгу Короткову! Эвелина Петровская! Дарья Сергеева! Кира Киреева! Михаил Манширин! Александр Щеглаков! Максим Трифонов! Сюзанна Десова! И, конечно же, Аленочка Косицкая! Просим всех вас встать для того, чтобы мы могли сделать общую семейную фотографию. Поднимите ваши Оскары, дорогие друзья! Под ваши бурные аплодисменты! Ну что ж, это была церемония награждения. Мы очень рады, что нам удалось таки сделать такой достойный праздник. Удалось увидеть массу креатива в каждом номере. Увидеть вас, дорогие друзья, ваши радостные глаза и лица, вашу безумную поддержку и действительно искреннее удивление, искреннюю радость при виде каждого номера. Большое спасибо вам! Спасибо большое всем участникам этого концерта и всем зрителям. Спасибо! До следующих встреч! Для вас эту программу вели один из главных участников знаменитой команды «Лайм-шоу» Сергей Тимофеев, один из организаторов этого концерта. Спасибо. А также креативный директор и преподаватель Юлия Монастыренко. Спасибо. Большое спасибо, друзья. До новых встреч!